знаешь, что заняться нечем. Видишь, эта сердечка, это твоя душа. Благодаря ты ей живешь. Ты с очень слабой душой, ты можешь себе за УР. Что такое УР? Уровень радости, конечно же. Ты ведь хочешь повесить свою уровень радости, да? Не переживай. Я поделюсь своей. А вот она, радость совсем близко. Маленькие белые дружелюбные пульки. Приготовься, двигайся, слови как нужно больше. Эй, дружище, ты все их упустил. Давай еще раз попробуем. Хорошо. Иди в сраку, Флауи. Это что, шутка? У тебя мозгов нет? Беги, вы, эти, пули! Жирные пули. Если ты хочешь меня наебать, ты в курсе того, что здесь происходит, не так ли? Ты лишь хочешь посмотреть, как я страдаю. Умри! Геноцид никто не отменял. В следующей части начнем геноцид, геноцид, скурнадир. Что за бедные, ненужные дети? Ох, не нужно бояться, малыш. Я Ториэль, хранительница руин. Я проеду каждый день пашу. Короче, идем в сраку. И до сраку я тебя все равно уничтожу такую. Пашу. А, типа, как тут сдохнуть? Первое сидение, другие сзади над вами. Два над вас решимостью. А, о, З полностью восстановлен. Ну, он мне был восстановлен как-то. Добрый дом, а кого? Погодите. Блин, мне рук не хватает. Ладно, предайтесь. А, да наима. Ладно, поехали, попизячил. Давай попизячил. Ой, давай, тебе нама, не надо просто от тебя уже дыхаться. Пожалуйста, Зори. Пожалуйста, опусти, переключите. Айфон не хочу. Уничтожу его жопу засунуть. Ладно, тут лишь превосходно. Я горжусь с тобой, дитя. Давай пойдем в следующую комнату. А не хочу, я знаю, что там будет. А, нет, дитя, знай. Но человека живущего можно попасть монстры. И необходимо быть готовым к ситуации, однако волноваться не стоит. Просто. Ага. Ага, я тебе еще кикну, манекен. Я тебе кикну. Я все тут покикаю. Ау. Ладно, битва начали. Бам. Вы победили. Самый опыт, когда я прошел в геометрии Даш. Если ты знаешь, что такое дело, ты дашь лайки. Короче, я сделать не могу. Так, ребята, а на этом пока что все. Я выложу видос, я его отремонтирую. Ну, короче, всем пока-пока.